В Северном Казахстане подписан меморандум о взаимопонимании. Заключили договор акимат области и представители Казахстанского центра государственно-частного партнерства. Какие проекты планируют реализовать в рамках документа, узнаете из нашего материала. Через несколько минут в этом зале подпишут документ, который будет способствовать дальнейшему развитию бизнес-климата. Инициатором заключения меморандума о взаимопонимании с представителями Казахстанского центра государственно-частного партнерства выступил областной акимат. Глава региона Ерик Султанов поблагодарил гостей за приезд, подчеркнул актуальность встречи. Мы сегодня проводим первую встречу по продвижению идеи президента по государственно-частному партнерству на пленарном заседании инвесторов. Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев прямо заявил, что необходимо активно заниматься сегодня государственно-частным партнерством во всех сферах деятельности государства. Поэтому я благодарен и уверен, что ваш приезд даст нам большой стимул для начала совместной работы. У нас есть несколько проектов, и я рассчитываю на то, что мы в эти дни вашего пребывания все эти вопросы обсудим и начнем работать. О перспективах развития государственно-частного партнерства подробно говорили представители Казахстанского центра ГЧП. В настоящее время в республике к реализации готовятся 30 различных проектов, которые будут запущены благодаря тесному сотрудничеству между государством и бизнесом. Активно развивать подобное партнерство намерены и у нас в Северном Казахстане. На данный момент мы отрабатываем проекты в водоснабжении. Я полагаю, это будет самый большой по капиталоемкости проект. А также проекты по котельным школах, замене их и реконструкции по здравоохранению и по дошкольному образованию. Как четко обозначил аким области Ерик Ханжинович Султанов, данный вопрос по котельным он приоритетный, поэтому вот на этот проект мы, конечно же, уделим очень много внимания, сил. В завершении встречи аким области Ерик Султанов и представители Казахстанского центра государственно-частного партнерства подписали меморандум о взаимопонимании. До этого аналогичный договор был заключен только с одним регионом страны – Кызылординским. Ирина Панфилова, Виталий Потеряев. Новости МТРК.